многие зимние виды спорта, и сезон был блестящий. Мы видим, в каком замечательной форме находятся наши контрабежцы. Павел Кулижников устанавливает рекорд за рекордом. Денис Юсков. Мы видим, как здорово выступает наша команда по шорт-треку. Несмотря на то, что Виктор Ран решил готовить себя персонально к 2018 году к Олимпийским играм. Мы видим, какие блестящие результаты показывают наши спортсмены в других видах спорта. Конечно же, мы радовались наших девочек, которые выиграли чемпионат Европы по кёрлингу. Они немножко расстроены были в Сочи, но сейчас блестящие выступили и показали свой уровень и класс. И, конечно, зимние виды спорта находятся на подъеме, и я уверен, что к 2018 году они будут во всеоружии. Большая честь оказаться в элите олимпийцев. Это мечта каждого спортсмена. И, как писали журналисты, год великий, год великой или великий год. И такой год у меня был 2015. Хотелось бы, чтобы не меньший результат нас ждал и в следующем Олимпийском году, и на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Спасибо вам всем большое, Олимпийскому комитету, Министерству спорта и Федерации фехтования России за то, что поддержали, ждали меня, верили, что у меня все получится после возвращения, когда я стала мамой. Дамы и господа, приветствуем лучший спортсмен России 2015 года Рамон. Красавицы продолжают подтягиваться сюда на сцену. Вы посмотрите, как много прекрасных лиц. Это наша спортивная